21 и 22 октября в физкультурно-спортивном клубе по боксу состоялся турнир среди юношей от 8 до 15 лет. По словам организатора и директора клуба Абдулатипа Муталипова, соревнования такого уровня на базе спортивного комплекса проводятся систематически и направлены на привлечение молодых ребят к занятию спортом. Мы сегодня выбрали эту тему «Спорт против наркотиков», и мы выбираем здоровый образ жизни, потому что на сегодняшний день эта проблема очень актуальная у нас. И чтобы привлечь очень много ребят, школьников к развитию спортом, не только боксом. И поэтому на этом фоне мы проводим этот турнир, чтобы агитировать здоровый образ жизни. По мнению тренера-преподавателя Казбековской спортивной школы имени Азаева Салима Набиева, благодаря подобным встречам участники набираются опыта и новых приемов в боксе. Команда Казбековского района участвовала в составе там 9 человек. Шестеро вышли в финал, сегодня проводим финальный бой. Мы очень часто участвуем на этом турнире. Пожелание, чтобы такие турниры проводились почаще. И большое спасибо Абдулу за то, что устраивал такие праздники для детей. На соревнованиях приняли участие спортсмены с Казбековского района и воспитанники городских спортивных учреждений. На протяжении 2 дней более 50 юношей различных весовых категорий боролись за звание лучшего боксера. Меня зовут Алия Вали, я занимаюсь боксом 6 лет. Спортивная школа «Беркут». Я сегодня взял первое место. Моего соперника зовут Гусейн Мухаммад. Вообще бои мне понравились. Мой любимый вид спорта – это бокс. По итогам соревнований более 10 спортсменов с различных спортивных школ города стали лучшими. В завершении организаторы турнира выразили благодарность всем, кто оказал поддержку в проведении соревнований, и отметили, что в дальнейшем запланирован ряд подобных турниров. Зарема Хайбулаева, Расул Гаджиев, информационная программа «Пульс».